А Мич задержал нетрезвого водителя, не дожидаясь помощи сотрудников полиции. Инцидент произошел утром на трассе в районе поселка Зеленое поле. На видео, выложенном в социальные сети, видно, как водитель Nissan Almera с номерами Кировской области петляет по дороге, превышая скорость и выезжая на встречную полосу. Неравнодушный Мич отправился в погоню за нарушителем, вызвал наряд ДПС. Иномарку удалось остановить, перегородив дорогу неадекватному водителю. Автор видео забрал ключи у нетрезвого автомобилиста. Он поперек заблокировал. Слышь, чувак! Ты никуда не поедешь. Он был настолько пьян, что когда прибыли дорожные полицейские, вместо документов пытался предъявить зажигалку и сигареты.